А это видео сняла одна из жительниц поселка Тепличный. Смерч вырвал с корнем деревья, повалил электроопоры и снес кровлю с крыш. Комментируя видео, его автор говорит, что ветер разворачивал припаркованные к домам машины. Жители поселка остались без электричества и воды. По официальной информации, в Тепличном из-за стихии никто не пострадал. Завтра на востоке Украины синоптики снова обещают дожди, но не сильные.